Центр «Семья» с лета начал сотрудничество с Нефтекамской кожгалантерейной фабрикой. Недавно предприятие получило оборонный заказ на пошив рюкзаков и аптечек для отправки в зону СВО. Директор фабрики доверил воспитанникам Центра «Семья» выполнить небольшую партию по шнуровке замков. Кроме того, ребятам было предложено написать послание для солдат, на что они с радостью согласились. В настоящее время наша Нефтекамская кожгалантерейная фабрика исполняет оборонный заказ. И нам оказывают свою посильную помощь дети с ограниченными возможностями с центра «Семья». По инициативе этого центра было предложено вкладывать детские письма в поддержку нашим военным. Мы выражаем огромную благодарность центру «Семья» и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Каждый ребенок написал свое пожелание мобилизованным, после чего все теплые слова собрали в единый текст и отправили на оформление графическому дизайнеру. Красивый рисунок, несколько добрых слов и получилась отличная открытка-письмо для солдат. При поддержке администрации города распечатали эти открытки. Открытки сегодня забрали, они готовы. Сейчас разложим их в аптечки, и они отправятся вместе с аптечками на зону СВО. И надеемся, эти милые рисунки с добрыми пожеланиями поддержат солдат, которые находятся на передовой, и поможет укрепить их дух, придать им силы, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Нефтекамская кожгалантерейная фабрика получила достаточно большой заказ, рассчитанный на несколько месяцев. В связи с увеличением объемов производства предприятие приглашает на работу пошивщиков, чтобы новые рюкзаки и аптечки вовремя дошли до адресатов, которые несут службу в зоне проведения спецоперации. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».